Более 32 тысяч жителей края, пострадавших от наводнения в Приморье, получили единовременную финансовую помощь. Гражданам предусмотрены выплаты в размере 10, 50 и 100 тысяч рублей. Об этом сообщили на совещании с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований края под руководством губернатора Олега Кожемяка. Финансовой помощи гражданам поступило всего 61 242 заявления. На сегодняшний день направлено на выплату по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи 17 977 гражданам на 179,8 миллионов рублей. Процент исполнения составляет 94,3%. По оказанию финансовой помощи в размере 50 тысяч рублей направлено 8074 гражданам на 403,7 миллиона рублей. По 100 тысячам рублей 6781 гражданину на 678,1 миллиона рублей. Процент исполнения по данным выплатам 93,4%. В целом на выплаты гражданам направлено 1 миллиард 263 миллиона 570 тысяч рублей. В работе находится еще 2120 заявлений на выплаты. Также от граждан поступают заявления на выплаты по капитальному ремонту. В Уссурийске за утраченное жилье предусмотрены новые квартиры или свидетельства на выплаты. В округе 175 утраченных жилых помещений. Олег Кожемяка подчеркнул, что главная задача в кратчайшие сроки направить пострадавшим от ЧС гражданам положенные выплаты и обеспечить необходимой продукцией на зиму и стройматериалами.